Здравствуйте, в эфире новости Первого Карагандинского. В студии работает Динара Сартаева. Сегодня в выпуске вы увидите. Председатель Национального совета Словацкой Республики Павел Пашко посетил Спасский мемориальный комплекс. Теперь дорожные полицейские всерьез взялись за должников. Караганду посетила торгово-экономическая делегация Словацкой Республики. Караганда отправляет первый детский десант на отдых. Сегодня 300 детишек отправятся поправлять свое здоровье и готовятся к новому учебному году. Об этом вы узнаете из сюжета Сергея Высокосова. Председатель Национального совета Словацкой Республики Павел Пашко посетил Спасский мемориальный комплекс – грандиозный памятник жертвам политических репрессий советского периода на территории Карагандинской области. Председатель Национального совета Словацкой Республики Павел Пашко и аким Карагандинской области Бауржан Абдишев возложили венок к памятному знаку словакам, погибшим в годы сталинских репрессий. Минутой молчания почтил своих земляков Павел Пашко. Знаем о том, что они здесь долго не побывали, что это было очень коротко, потому что были вывезены из Словакии почти в конце, или можно сказать так, перед смертью Сталина. Таким образом, после смерти Сталина некоторые из них, большинство из них вернулось обратно в Словакию, некоторые здесь остались. А что касается того, что это для нас значит, это есть тоже такой знак того, что на этой земле были наши предки, можно сказать, которые тоже пришли здесь и благодаря своему способу жизни, своему вероисповеданию, такому тому, что хотели показать на такое уважение к жизни. Караганду посетила торгово-экономическая делегация Словацкой Республики. Организаторами встречи выступили областной акимат совместно с торгово-промышленной палатой Карагандинской области. Чем привлек шахтерский регион словацких предпринимателей, расскажет наш корреспондент. Встретил словацкую делегацию и торжественно открыл круглый стол предпринимателей двух государств заместитель акима Карагандинской области Ануар Ахмеджанов. Это первый приезд словацкой делегации в Карагандинскую область, и мы надеемся, что это будет мощным толчком для развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества между Карагандинской областью и Словацкой республикой. Причина визита представителей Словацкой республики послужил большой потенциал и интерес к Карагандинскому региону. В составе делегации 28 компаний различных отраслей. Это энергетика, оборонная промышленность, строительство, машиностроение, железнодорожные отрасли и многие другие. Вместе с этим более 70 предприятий Карагандинской области захотели наладить деловые контакты со словацкими предпринимателями. Участники встречи считают, что мероприятие пойдет на пользу двум государствам. Работа только начинается, но я уверен, что партнеры из Словакии, компании из Казахстана, из Караганды найдут друг друга и будет результат. Но это потребует еще работы, но результат обязательно будет. И для словацких компаний здесь тоже прекрасная возможность и все партнеров продвинуть свои интересы. Конечно же, мы будем ставить вопрос о том, чтобы создавали здесь совместные предприятия, чтобы здесь как бы развивали производство. Цель такая на всякие наши предприятия. Встреча прошла плодотворно. Предприниматели знакомились и обсуждали возможности будущего сотрудничества. К концу мероприятия был подписан меморандум между двумя словацкими компаниями и компанией «Шахтинцэнерго». Дорожные полицейские всерьез взялись за должников. Теперь машина водителя-нарушителя, не оплативший штраф в течение 10 рабочих дней, будут ставить на штраф стоянку. Об этом сообщили сотрудники дорожной полиции сегодня на пресс-конференции. Подробнее у нашего корреспондента. Только за два года на принудительное исполнение было отправлено более 42 тысяч постановлений о нарушениях правил дорожного движения. Об оплате штрафа было вынесено предписание на сумму 350 миллионов тенге. Из них только 129 миллионов было взыскано, рассказывает заместитель начальника управления дорожной полиции Олжас Арынов. Проводится огромная работа по взиманию штрафов с должников, которые совершают нарушение правил дорожного движения. И после этого, значит, водитель, на ком числится данный штраф, на ком числится данная автомашина, значит, он не может выехать за границу, за пределы республики для того, чтобы отдохнуть. То есть за пределы Казахстана не вылетают. Вот наши коллеги, департамент по исполнению судебных актов, на сегодняшний день очень большую работу, еще повторюсь, провели. И очень много людей приходят к нам и говорят о том, что мы пришли оплатить штраф. Нам надо быстро оплатить штрафы, так как нас сегодня утром сняли с самолета.
По словам сотрудников дорожной полиции, если водитель не оплатит штраф в течение 10 рабочих дней, списки и документы его направляются на исполнение судебного акта. Дорожные полицейские совместно с судебными исполнителями города намерены проводить работу по взысканию остальных штрафов. Мирамгуль Салкимбаева, Кайрат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Оздоровим своих детей. Караганда начинает отправлять школьников от 7 до 15 лет на летний отдых. Первый караван с подростками уже отправился в детский оздоровительный центр «Салют». В центре планируется отдых более 2000 маленьких горожан. Дети и их родители несколько взволнованы. Скоро автобусы отправятся в путь. И хоть все понимают, что это самое веселое время для ребенка, но все-таки это разлука. Отделом образования города Караганды большое внимание уделяется вопросу организации отдыха и оздоровления детей на летних каникулах. Это позволит школярам снять напряжение от перегрузки уроками и просто укрепить здоровье. У детей впереди праздник, свобода. Родители уже просчитывают маршрут и время, когда они смогут приехать навестить своих отпрысков. Главное, что привезти вкусненького. Мы идем в лагерь «Салют». Там у нас будет все интересно. Из других школ тоже придет. Из нашей школы 12 людей идет. Там друзей много будет, подруж. И будем веселиться, играться там с детьми. С учителями гулять будем. Сегодня отправляется на отдых около 300 ребят из 37 школ города. Стоимость путевки 30 тысяч тенге. В центре «Салют», который расположен в селе Асыл Бухаржираусского района, ребятам будет предложено пятиразовое питание. Так что тем, кто хочет похудеть, это вряд ли удастся. Хотя, если они сядут на фруктово-овощную диету, может что-то и получится. Но вряд ли. Солнце, воздух и вода – лучшие друзья аппетита. Ребят ждут развлекательно-познавательные программы, занятия по интересам, спортивные баталии. Последние взмахи руки, учащенное сердцебиение родителей и караван автобусов отправляется в путь. Впереди целое лето, без забот и зубарежки. Все наставления наверняка забыты. Впереди новый мир, новые открытия. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Баян-Аул – райский уголок казахстанской природы. Лес, озеро, чудесный отдых, а радоновая вода в озере Жасыбай сделает вас абсолютно здоровыми. Отдых вместе с Карлыгаш. Телефоны 42-42-15, 42-42-21. Караганда должна быть чистой. Депутаты городского маслихата и представители администрации районов Казбек-Би и Октябрьского собрались за круглым столом, чтобы обсудить итоги депутатских командировок. Руководители Октябрьского и Казыбийского районов Караганды отчитались о проделанной работе. Уборка мусора проводится регулярно, идет подрезка аварийных деревьев. Покраска сооружений дворовых территорий происходит по плану. Контейнеры тоже красятся и снаружи, и изнутри. Ну, просто нет никаких минусов. Они вдруг появились после вопроса представителя Карагандинского государственного университета имени Букетова. Проспект Шахтеров в сторону Федоровского водохранилища. Вы знаете, за третьим учебным корпусом университета, там, значит, общегородская свалка. Года два тому назад я поднимал этот вопрос и на заседании в районном акимате. Об этом я говорил и акиму района. До сих пор, значит, никакая работа не ведется. Акима Казыбийского района этот вопрос застал врасплох. Администрация университета должна была информировать его в первую очередь. Район старого города, микрорайон Шахтерский. Вот сейчас сказали в сторону водохранилища Федоровского. В общем, город опоясан мусором. Следовательно, у нас с вывозом твердовотовых отходов проблема есть. Что в Октябрьском районе, что в Казбекистском районе. За круглым столом обсуждались состояние дворовых территорий и дорог. Все проблемные вопросы были приняты к сведению. По ним будут приняты решения. Июнь только начался, но согласно графику будут устранены эти замечания. Вот у нас побелка идет, покраска, махов, данный двор, это покос травы. Подрезка аварийных деревьев. Время летит быстро, не успеешь оглянуться, как в басне Крылова. Уж зима катит в глаза. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.
январе 2012 года в статью 242 Уголовного кодекса Республики Казахстан заведомо ложное сообщение об акте терроризма внесены изменения, которым ужесточили наказание. Причина таких новых внесений в Уголовный кодекс послужило увеличение террористической деятельности отдельных лиц. За последние 5 месяцев осуждено 6 телефонных террористов с различным сроком лишения свободы, так как они срывают нормальную жизнедеятельность граждан путем сообщения о заведомо ложных террористических актах. Лжетеррористов ждет не только лишение свободы на 6 лет, но и материальная ответственность, поскольку в них в обязательном порядке взыскиваются расходы, затраченные специальными службами на заведомо ложный вызов, а также убытки, понесенные собственниками и посетителями объектов, которые якобы заминировали. К слову, если ложный вызов поступит от несовершеннолетнего ребенка, ответственность понесут его родители. Каждый гражданин должен знать права и обязанности и те услуги, которые он может получить от государственных структур. Департамент юстиции Карагандинской области регулярно организует пропагандистские группы, которые выезжают в организации области и рассказывают о тех нововведениях, которые помогают избавиться от бюрократических проволочек в работе с документами и не только. В этот раз пропагандистская группа Департамента юстиции Карагандинской области отправилась в финансовую полицию. Суровые стражи порядка в экономических отношениях региона с удовольствием прослушали целый каскад выступлений сотрудников различных ведомств. Нотариальная служба, ЗАГС и даже ювелирная палата рассказали о своей деятельности. Говорят, вода камень точит. Департамент юстиции по Карагандинской области решил донести до каждого карагандинца те законодательные новшества, с которыми этот департамент работает ежедневно, и это приносит свои плоды. Уже организованы сотни встреч с карагандинцами. Ведется пропаганда не только основ законотворчества и предоставляемых услуг населению, но и обсуждение последних государственных программ социально-экономического развития региона. Главное, чтобы люди ориентировались в законодательных актах и могли выбирать наиболее удобную для себя форму работы с документами. Довольно-таки интересная встреча состоялась. Познание для наших сотрудников в дальнейшем как бы будет использоваться это все в работе, те новшества, которые нам довели до сегодня на данном семинаре. Департамент юстиции продолжает свою выездную работу. Пропагандистская группа может приехать и в вашу организацию. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал — это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко сборки и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». На этом мой выпуск подошел к концу. Я передаю слово спортивному обозревателю Берику Капарову. Спасибо, Динара. Очередной трансфер «Шахтера» и юные чемпионы по кикбоксингу через пару секунд. Карагандинский «Шахтер», проводящий учебно-тренировочный сбор в Алматы, продолжает подготовку к матчам Лиги чемпионов УЕФА. Воспитанник карагандинского футбола Аслан Дарабаев после не самого теплого расставания с «Шахтером» несколько лет назад вновь возвращается в родные пенаты. Это уже второй летний трансфер чемпиона страны. Напомню, ранее был подписан контракт с лучшим снайпером нынешнего первенства Игорем Зиньковичем. В Алматы завершился юношеский чемпионат Казахстана по кикбоксингу. Сборная Карагандинской области привезла с турнира 3 медали. Наша сборная делегировала на турнир 17 человек, трое из которых стали призерами соревнований. Все 3 спортсмена являются учениками заслуженного тренера Казахстана Жуматая Сагимбаева. Его неоценимый вклад в развитие отечественного кикбоксинга всегда давал большие плоды. И на этот раз Айбол Габилин, завоевавший золото, и 2 бронзы Маулета Захарчинова и Руслана Степанова тому подтверждение. Ребята были готовы, немножко, может быть, повлияло то, что перемена климата. Я надеялся и на Руслана Степанова, немножко не хватило, а так, в принципе, выступили очень хорошо. Бронзовый призер чемпионата Казахстана Руслан Степанов кикбоксингом занимается уже 4 года. И эта медаль для него уже 2-я на республиканских первенствах. Участвовал в чемпионате Казахстана в Алмате, провел 1 бой. В моем весе было 18 человек. Выиграл 1 бой и проиграл в полуфинале, занял 3-е место.
Бронзовый призер чемпионата Казахстана Руслан Степанов кикбоксингом занимается уже 4 года. И эта медаль для него уже вторая на республиканских первенствах. На этом новости спорта подходят к концу. Занимайтесь спортом. А я передаю слово своему коллеге Динара. Если у вас есть интересная информация, вы можете позвонить к нам в редакцию по телефону 420649. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Аман саубонгздар.